Сегодня исполняется третий год со дня победы армии Азербайджана в апрельских боях 2016 года. В ночь с 1 на 2 апреля 2016 года и в течение дня все приграничные позиции и населенные пункты Азербайджана подвергались интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского обстрела населенных пунктов Азербайджана, расположенных вблизи линии противостояния, погибли 6 гражданских лиц, среди которых двое детей младше 16 лет, 26 человек были тяжело ранены. В результате атак также был нанесен серьезный ущерб многочисленной общественной и частной собственности, в том числе гражданской инфраструктуре. Были разрушены 232 частных жилых дома, 99 электрических столбов, 3 электрических подстанции, километры водопроводных и газовых труб. Вооруженные силы Армении нанесли удары управляемыми ракетами по социальным учреждениям, включая школы, больницы и место поклонения. В одной из мечетей артиллерийские снаряды крупного калибра попали во время богослужения. С целью пресечения армянской провокации, обеспечения безопасности гражданского населения, командованием вооруженных сил Азербайджана было принято решение о принятии неотложных ответных мер в направлениях Ахдерет-Эрте-Рагдам и Хаджавент-Физули. В результате, в ходе четырехдневных боев, подразделения вооруженных сил Азербайджана освободили высоты в районе села Талыш, а также пункт Сойсулан, которые могли представлять угрозу для Герандбойского района и города Нафталан. Была взята под контроль стратегическая высота Ляли-Тепе, расположенная в направлении Физулинского района и позволяющая контролировать обширную территорию. Также в результате апрельских боев вооруженные силы Азербайджана обеспечили контроль над дорогами в направлении Ахдере-Мадагис. Гордимся нашими героями. Апрель 2016 год.